Всем привет! С вами мисс Аля! И папа! И сегодня мы будем лепить... Замок будем лепить. Аля с папой договорилась. Папа еще один раз что-нибудь слепит с Алей. Начинаем? Да. Берем листики. Я тебе тоже, может, приготовлю. Приготовлю, хорошо. Так, пластилин Дина. Давай покажем, какие у нас есть цвета. Давай его ложи на стол. У нас их 12. Ложи на стол и открывай. 12 цветов. Один ножичек, а вот один ножичек там. Как раз маленький. Это папин должен быть ножичек. А у меня желтый будет. Да. Ну ладно. У нас есть... Вот коричненький, похож на коричневый. Черный. Такой вот темно-голубой. Фиолетовый. Зеленый. Салатный похож. Это у нас не такой. Светло-розовый, красный, это оранжевый, желтый, и белый. Чего начнем? Для начала, давай коробочку я заберу. Для начала нужно сделать для замка фундамент. Или вот это будет фундамент? Да. А? Да, это будет фундамент. Вот, фундамент уже нашли. Это будет фундамент для замка. Теперь надо сделать... Пол. Ну, как бы пол и фундамент уже готовый. Да. Надо сделать нам башенки. Умеешь башенки? И с какого цвета ты будешь делать? Красные шапочки надо сделать. Вот такие вот. Нет, давай вот шапочки такие. Вот. А шапочки надо, чтобы шапочки красные были. Нет. А, ну давай. Белые башенки. Белый, желтый и черный можно сделать. Чего? Стены такие должны быть. Стены будут черные, да? Надо определиться сразу. Пластилина не так у нас много. Надо определиться. Всего этого пластилина хватило на замок. Стены будут вот такие. Вот такие стены. И еще какие. Какого цвета стены будут? Еще какое-то отложено на стены. Башенки будут такие. Башенки будут такие. Так, отложим на башенки. Башенки такие? Ну, черные. Ну, давай. Надо лепить башенки. Попробуем. А папе что делать? А папа будет стену лепить, да? Да. А стены у нас чего? Вот с этого, правильно? Башенки вот такие вот кладенькие. Нет, и сами столбики делай. А шапочки мы потом другим цветом будем. Поняла? Ага. Столбики из чего? Столбики будут. Во! Это я же думаю, ты просто неправильно понял. Так, а папа делает стены, правильно? Да. Пореже. Сделаем 4 стены. 4. Да, 4. 4 стены. И на каждом уголку будет по башенке, правильно? Да. Гнется. Сможешь прокатать? Да. Давай. Да, толстенький. Были столбики. Вот смотри, у меня вот... Стена. Стена, да. Она будет держаться. Куда она денет? Будет все держаться. Так, слепим. Ах, ты...
Голуби. Тебе, наверное, те же скатывали. Это все. Пусть, не знаю, какие получатся. Я побольше хочу. Папа, у тебя не скульптор. Будем пробовать. Какие получатся. Ну, смотри, какая стена высыпала. Большая? А? Или поменьше? Вот так. Давай, я ее пополам поделю. Разделю на две половинки стены. И соединю, и она у нас будет... Большая, но длинная, глянь. Вот такой замок. Миниатюрный. У нее такой столбик получился. Так, я одну стену. А сколько столбиков? 4. И все одинаковые делают. А что он такой маленький столбик? Ну даже такой, вот такой, чтобы. А сверху шапочку будем надевать. Что-то еще побольше. Потолще надо его делать, не подлиннее. Больше пластилина можно возьмем. Вот. Больше пластилина. Лучше. Смотри. Я тебе сейчас помогу. Сейчас я стену долеплю. Нет, ты там давай разминай следующую. Сейчас сделаю стены эти. А что-то у тебя маленькое побольше? Может, а не одинаковое. Ну, я хочу синенькие. Так, ладно, сейчас мы половину разделим. Еще одна стена готовая. Еще раз. Еще раз. Что это там получается? О, вот это будет оно. Более похоже. Такое другое. Другое. Твердое. Так, ладно. Что невозможно раскатать. Вот. Две стены. Мы их вот так поставим. О! Вот! Какой замок. Вот. Есть. Есть? Давай. Я две стены сделал. А ну-ка. Давай, а папа тебе поможет. И вот. Ну, вот столько хватит. Вот такие бочонки надо. Ну, мне похватит. Ты будешь придавливать. Придавливать. Я буду делать. Ну. Должно быть. Так. Я соединяю, правильно? Да. С забором ставим этот бочонок. Так, и соединяем с забором. Так. Это толстее. Вот что папа сделал, смотри. А, похоже на забор замка? Дворец целый был. Большой, да? И сюда вот тут бочонки будут. По четырем сторонам. Потом мы здесь построим. О, еще один. Немножко там. Отлично. Ну, вот получится, раз надо побить. Вот. Вот так. Да. Как раз весь пластилин готов. А ты с мамой разговаривала за то, чтобы она с тобой лепила? Согласиться. Не согласится. Папа согласился. Ой, да. Потом, а сегодня нет. Ну, папа отдувался за маму, да? Вот такое мы сделали. Подождите. Еще надо. Не, ну еще будет. Так, мне еще две стены надо сделать. Мне надо еще две. Красивый замок.
чего? Получается? Получается. Так он у меня бочонок. Сейчас закончим. А у меня самый последний. Какой красивый замок. У меня самый красивый замок. Не знаю, посмотрим. Что вообще получится. Теперь делаем сюда купола такие. Купола вот такие. Да, делай шапочку. Получится, наверное. Делай купола. Вот. Вызывай, теперь можно. И вот. Колбаска. Ну, вот цвет колбасы. Почти. Есть колбаса. Почти похоже. Так, с этим напором. Проблема. Здесь отрезать кусочек отсюда. Мне надо это все разгладить, чтобы было очень маленькое. Дело очень маленькое. Это лишнее. Да? Это лишнее. Папа. Так. Папа. А когда ты вот это собираешь, кажется, что мы конструктор собираем. Конструктор? Может быть. Если бы там были квадратики. Теперь здесь обрезать надо. И коричневый. Получили. О, теперь у нас вроде как геометрия получается. Ух ты! Вот так получается. Да. Складить? Отваливается у папы. Так, а ну-ка, хочу на. Это нос какой-то получился. О, да? Квадратик получился. Теперь вот такой вот у нас квадратик по замок. Да? Ага, теперь надо их... Как же это? Ну, какой-то икс получается. Ну, так. Теперь каждую стену я буду отцеплять, там уже. А, папа, как мне сделать? Я промажу, а вот. У меня один крючок не получается. Не знаю. Ты ж меня заставила лепить. Так что давай. Как получится. Как получится, да. Вот это вот дело. Слепи и вот так поставь. Стоят. Я просто примеряла. Кусочек отвалим сейчас. Сделаем. Ух ты, какой заборчик. Это как корона. Это ж замок. Тут живет кто? Король и королева. И принцесса. Да. Забор должен быть как корона.
принцесса будет гуляться в этом во дворе. И должны знать, что люди тут, что живут тут не люди живут. Да, тут не люди живут, а короли, да. Короли это не люди. Не? Не люди, или люди. Люди, просто. Просто они необычные, да, люди. Йети они. Йети? Бат или йети, да? Ладно. Вот такой вот забор. Ну-ка, на мне корона подойдет? Это не корона, это забор. Всё, давайте. Лепим так уж ходить, да? Так, можно начинать. Один заборчик только сделал. А мне их еще делать 3 штуки. Мне 2 штуки. Даш, 3 штуки. Ну тот лучше получился. Какой? Этот. Какой-то все быстро такой. О! Хочу примерить. Нормально будет? Нормально. Профессионал. Можно я тоже попробую? Ну, сейчас я это доделаю. А дам тебе следующую, быстрее еще так нарезать. Да. А середине не сможете? А потом вот так. Вот. Видишь, аккуратненько все получается. И быстро. А папа и доделает твой башенку. Так, давай тебе, будешь вырезать? Да. Есть ножик. Давай. Все. Держи тебе еще одну. Где начинать? Ну так же делай. Смотри, вот тебе пример. Получается? Так. Выходит? Это ты сам. Да. Но мне не очень нравится, у тебя лучше. Ты как-то делаешь. Ну, да, ты так не сделаешь. Это комар копки. Да, рисовать умеешь, значит, должна лепить. Не надо. Или что ты там сделал? Просто вот так. Мега красиво будет. Давай я тебя буду разминать, а ты будешь делать. Не, так не пойдет. Честно будет. Ты должна тоже лепить. Ты меня позвала с тобой лепить? Ну, не самому. Самому. Еще один забор. Еще один забор, папа. А у меня один остался. Это шапочки. 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 Сейчас. Белоснежка, а там были 12 или 7. Не помню, сколько гномов было в Белоснежке. Смотри, дырявая и рунная. Конфетки.
О, у меня почти как ты кончилось. Дальше что-то мне делать? Теперь делай еще. Башенки? Да, вот такие вот столбы. В середине будут стоять. Значит, теперь они будут черные. Теперь делай черные. Конечно. Черные. Решай сама. Черные. Решай сама, какие лучше. Черт. Так, папа с заборами закончил, наконец-то. Ура! Ура! Что теперь ты будешь делать? Я? Не знаю. Так, с заборами я мы помогаю. Закончили. Красиво так. Похоже на забор замка? Так, боюсь, ой. Я покинул. Улетел. Да. А, внешне на башенке выделал. Башенки доделаем. Thank you.
растянуть так. Все четыре хватит на стороны. Вот. Давай. А теперь что делать? А что надо картонить? Пол что сделать? Давай еще. Глянь, какие стены. Вот так? Еще. Да-да-да. Глянь, какие девочки. Бракованы. Маленькие. Упал. Мама. А? Мама. Королева мама так. Вон какой пойдет. Бубенчик посмотри. Бубенчик. Я сделаю желтый. Желтый бубенчик. Теперь что мне делать? Бубенчик. Колокольчик. А вот такой, как ты вот эти шапочки делаешь. Большой только? Вот такой. Зачем большой? Нет, не большой. Вот. Сколько порос, столько будет. Это разбивать-то. Вот таким вот. Вот. Почти сделал. Так туго. Сил не хватает, да? Мало каши ем. Мало каши, так надо кушать кашу. А мне синенькие тут, да? Что? Комочки сделаю. Комочки будет зеленый. Вот это. Там красного уже хватает. Давай это попробуем. Вон я отрежу, потому что я уже закончила с этим. Такие, на, такие. Я буду измерять. Получается. Вот как. О. Первый. Хочешь? Ну, что дальше делать? Все? Ну да, уже заканчиваем. И два. Это, типа, ты знаешь, получается, типа деревья. Замок получается не фонтан, но неплохой. Ну-ка, а ты что делаешь? Скамейку. Кого? Скамейку. Скамейку. Нет, чем же заняться? Ну, делай деревья. Деревья? Да. Что, катать? Такие катать, да. Оставляю. Еще надо сколько? Раз, два, три. Три деревца. Ставлю. Я буду
можно ставить? Вот первое. Еще два дерева. Я на вот это сделаю игрушечки. У нас еще остался пластилин. В следующий раз, когда будем лепить, у нас уже будет пластилин добавочный. Обычно его не хватает. Конфетки. Так, ну. Вот такой у нас получился подобие замка. Замок не замок. Если понравилось, пишите в комментариях. Угу. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и палец вверх. Всем пока-пока. Дорогие родители, делайте со своими детьми поделки и присылайте нам на почту, которая написана здесь. И мы обязательно покажем ваши поделки в моем видео. Всем пока-пока!